Испанский город Леон навсегда останется в памяти спортивных болельщиков столицы Полесья. Ведь здесь, на юниорском чемпионате мира, мозырские тяжелоатлеты Игнатий Павлюковец и Владислав Сакович завоевали 6 медалей, а также выполнили норматив «Мастер спорта Республики Беларусь» международного класса. Мы действительно очень рады победам наших спортсменов. Это спортсмены, которые с самого юного возраста занимались в дюшор номер 2 мозырского района тяжелой атлетикой. И вот один из них – абсолютный чемпион мира – это Сакович Владислав, а Павлюковец Игнатий завоевал серебряную медаль. Мы от всей души их с этими победами поздравляем, желаем им двигаться вперед. Ну а здесь, в Мозырском районе, конечно же, их ждет теплая встреча. К слову, Игнатий Павлюковец, который стал серебряным призером юниорского чемпионата мира в рывке, толчке и многоборье, уже выполнял норматив мастер спорта международного класса на юниорском чемпионате мира в Гвадалахаре осенью прошлого года. Тогда воспитанник с дюшор номер 2 стал серебряным призером многоборья, дважды бронзовым медалистом в рывке и толчке штанги. А вот его товарищ Владислав Сакович впервые вышел на столь высокий уровень. И здесь, в Леоне, Влад, начали с результатом 170 килограммов. Выиграл рывок штанги, затем в толчке ему покорился вес 204 килограмма. Что тоже принесло мозырянину победу, ведь после того, как его основной соперник из Турции не справился с заказанными 207 килограммами, мозырянин стал абсолютным чемпионом мира среди юниоров, в чем великая заслуга его наставника Сергея Леонидовича Титова и родной специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва номер 2 во главе с директором Олегом Сергеевичем Малащенко.